Картина первая. На сцене мальчик Костя, постепенно взрослея, активно рожает. Гениальные идеи. В процессе этого он становится молодым Константином Киваркяном. Ему в голову то ли от нагрузки, то ли от перегрузки, то ли в результате эфедринового бреда приходит самая гениальная идея, а именно создание программы об истории Харькова. Я, кажется, сошел с ума! Картина вторая. На сцену выходит программа «Первая столица» и делает свои первые шаги. С нею за руку идут молодые талантливые журналисты, операторы, монтажеры, директора, бухгалтера, администраторы, секретари, рекламисты, а также сантехники, электрики, бурильщики, плавильщики, сталевары-стахановцы, стеклодувы-буденовцы и др. Сладкая газировка. В процессе хождения по мукам творчество «Первая столица» меняет свой облик, меняет свой рост и вес в обществе, преображается, появляется множество новых интересных проектов, новых интересных людей. В результате программа переходит в формат видеоканала и становится, не побоюсь сказать, одной из лучших в Харькове и не только. Появляется и маленький клон, местный мини-мы, программа «Первая столица золота». Картина третья. По сцене проходит время. 14 раз. Картина первая. На сцену выходят люди, которые не заметили, как прошло время, и первая столица уже отмечает свой 14-й день рождения. Люди все время что-то ищут. Наверное, ответ на вопрос: 14 лет – это много или мало? Один из них вдруг истерически вскрикивает: «Ответ найден! Это очень много!» В истории мировой журналистики программы, существовавшие столько лет, можно пересчитать по пальцам. Загибая пальцы, люди уходят. Картина вторая. Первая столица отмечает свой день рождения. К этой дате выпущена уже третья книга, авторами которой являются журналисты видеоканала «Неизвестный Харьков». Эта книга достаточно интересна и полезна. Рассчитана на широкий круг читателей, на нормальных людей, которые хоть немножко интересуются историей Харькова. Но эта книга вряд ли родилась бы без помощи добрых людей. Самым добрым назовем сегодня народного депутата.